Концерт благотворительный мы решили делать вместе с отцом Алексеем. Была у него такая просьба чем-то помочь. Ну, чем может помочь актриса, певица? И я предложила сделать такой концерт. И вот вместе с приходом, и вместе с моими друзьями, актерами, мы организовали этот концерт. И очень я рада, что люди все откликнулись. И, честно говоря, достаточно быстро мы это сделали. Вы знаете, я хочу пожелать приходу храма Священномученика Ермогена прирастать, да, тем более, что сейчас храм будет большой, и вы знаете, как говорят, такая есть пословица, если Бог дает детей, то дает и на детей. Вот пускай сначала дети в этот дом придут, и тогда у вас будут деньги на окончание строительства.